Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Юлия, мы вас поздравляем. В этот важный женский день будем вас преображать. Спасибо, я очень рада. Спасибо. От гороховых цветы прекрасные. Тут сразу красиво. Сертификат на 3 килограмма торта от нашего хлебозавода. Но встретились мы в прекрасном магазине «Комод». Екатерина подберет вам образы, а мы решим, какие нам подойдут, и будем вас прокачивать. Что ты делал вчера, когда я тебе стала писать, и ты узнала, что мама твоя победила? Вообще, у меня в четверг вокал, потом театр. Я приезжаю после театра и вижу ваши смс, ну, то, что вы мне говорите, такие, ну, вы задаете вопросы. Наводящие вопросы задавала, я издалека подошла. Ну, я начала отвечать, соответственно. Ну, когда отвечал, мы подумали с мамой, ну, поскольку вы спрашиваете такие вопросы, соответственно, мы сразу же подумали, то, что, ну, значит, уже что-то, ну, будет, что-то уже есть. А потом мы, ну, еще раз перечитали условия все, ну, посмотрели, что как. Ну, и мы сразу поняли, что, возможно, мы победили в этом конкурсе. Честно, у меня были эмоции просто выше крыши. Я думала, что я сейчас чуть кровать не разломаю, потому что я орала на весь первый этаж, мы живем на первом этаже, бедные соседи на втором этаже. Мне, честно, было жалко даже, потому что я так как заорал, а еще сидела бабушка, а еще Женька. Мой Женя, как я говорила, с вами третий богатырь, мой Женя, он такой, ну, он маленький, но он так все хорошо понимает. И когда я кричала то, что «мама, я тебя поздравляю, ты выиграл», у мамы шок просто. А Женя такой стоит, такой хлопает просто. Это он так радуется. Да. Значит, мы сегодня для вас сделаем легкий макияж, да, дневной. Ну, он такой будет даже легкий вечерний все-таки макияж. Выделим глаза для фотосессии, это очень важно. Мама, все... Чё так идёт? Блин, обалдеть. Реально другой человек, и ну, просто реально принцесса, и красивая прическа, красивый макияж, платье, ну вообще идеально. Ну, у меня просто шок, спасибо огромное этому проекту, спасибо большое спонсорам, которые помогали моей маме преобразиться, и самое главное, это то, что я ей сделала такой подарок на такой замечательный, прекрасный день, День Матери, и хочу поздравить всех женщин, мам, бабушек с Днем Матери, пожелать счастья и здоровья, самое это главное. А еще не забудьте покушать торт от Сусского каравая.
самый вкусный и самый полезный торт. Папе.